Всем приветики. Купил себе неодимовые магниты. Такие вот просто для прикола. Ну, как бы, вроде такие. Посмотреть, что это такое. Да и вообще, так вроде прикольно с ними. Просто, чтобы поиграться с ними, как бы так, прикольная штука. Размер 5 на 5 миллиметров. Сила притяжения 1 килограмм, по-моему. Там есть чуть побольше, 8 на 8 миллиметров, где-то вот он такой будет. Ну, почти как два эти, только чуть-чуть меньше, где-то такой вот. Там уже 4 килограмма, но он намного дороже стоит. Эти дешевле, ну и слабее магнитят. Но прикольно то, что с ними можно как бы вот разные фигуры строить. Я взял себе 8 штук, можно взять больше. То есть вот из этих вот, так вот он один кубик как бы, а если берешь 4... то у тебя уже такой как бы квадратик есть сейчас. А тяжело их вот как бы друг с другом, они же друг друга магнитят. Так вот, когда к железяке примагничиваешь, так не сильно-то он и магнитится, а друг с другом хорошо магнитится. Все-таки это все магниты. Вот себе такой квадратик. А если еще 4, я специально взял еще 4, чтобы это был именно кубик. Кубик такой. Прикольный. Если вот их сжать, то это будет реально кубик. Блин, а как же тяжело их сжимать вот друг с другом. Они просто не хотят. Они просто не хотят. Сейчас попробуем. Так, вроде бы получилось немножко. Так, вот эти соединил. Осталось еще вот эти. Во, кубик получился такой. Я специально взял, чтобы такой кубик был прикольный, магнитный. Ну и так, если всех соединить, получается 4-8 килограмм у него сила сжатия будет, если все вместе. Вот. Сила притяжения, вернее. Но можно делать еще больше кубик, тогда надо взять еще примерно наверх 4, на бока 4. И плюс вот эти вот закрыть места пустые, получается здесь 3 и там 2, то есть 4-4-8-12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, еще 19 штук, если взять, то будет такой же кубик, только уже из 9 кубиков. Но было бы, конечно, круче взять кубик побольше, который 4 килограмма силу притяжения имеет, и взять их тоже штук 8, чтобы тоже получился такой кубик. Не квадратик, потому что если взять 4, это будет квадратик, а именно кубик, чтобы вот они так сложились, и был кубик. Но это будет очень дорого. Это будет очень дорого. Там есть вообще сила притяжения. Правда, не кубики уже такие, типа пластинки, типа таблетка такая круглая. 200 килограмм притяжения. Ее попробуй дери, если к чему-нибудь придерешь. Вот такая вот штука прикольная. Слаживается, разлаживается. И можно из нее разные фигуры творить. Если набрать штук, там, я не знаю, 100 таких, то, блин, прикольно. Можно что хочешь из них такого натворить. Такие вот прикольные штуки, неодиумовые магниты. Как бы их фишка в том, что они сильно магнитят и не теряют быстро свои магнитные свойства. Ну, то есть они, может быть, и размагничиваются, но очень медленно. Как бы долго держат свои магнитные свойства. Вот. Из такого редкого этого созданные материала неодиум. Там какой-то сплав, но в итоге эти магниты не так быстро теряют свои магнитные свойства, как обычные магниты. Вот такая вот прикольная штучка. Классно выглядит на самом деле. Я же даже вблизи не показывал, почему-то вдали все это делал. А вообще вот она такая прикольная. Так вот они выглядят. Магнитики эти. Один, два, четыре. Четыре можно превратить в кубик. Такой вот кубик. И эти можно тоже превратить в кубик. И в итоге у нас будет два кубика. А потом, имея два кубика, можно их соединить. Неправильная сторона отталкивается. Тогда вот так притягивается. И вот он такой куб. Бесконечности. Блин, ну реально классная штука. Мне нравится такой магнитный кубик.
Класс. Хочется еще больше, чтобы он был больше. В итоге потом насобирал такая рука магнитов и куб такой со временем растущий. Блин, прикольно. На самом деле прикольно. Классная штука. И можно разъединить их. Но чем больше, тем как бы магнитов, тем больше полет фантазии, тем больше можно будет сделать всяких штук прикольных из них. Ну, вообще, сейчас что можно сделать такого прикольного, это только вот кубик такой. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.